Всем привет, я София Гоберг. На этот раз хочу рассказать о такой необычной сумочке. Ручная работа, вышивка шерстяными нитками. Сумочка старинная, и ей около 65 лет. Я ее купила там же, где и вот эту. Эта сумочка намного старше, конечно же, она старинная. И здесь вот металлическая застежка. И вот здесь вот немножко дизайн с филигранью. Хочу показать. Очень красивая застежка у нее. Сумочка старинная. Вот, я купила эту же сумочку. Вот обе купила в одном и том же месте. У меня большая коллекция сумочек старинных и вышитых бисером. И ссылку на видео о моих коллекциях я покажу. Там несколько видео есть. Я в приложениях, как раз в описании, ссылочки будут. А сейчас об этой сумочке. Она старинная, как я уже говорила, ручная работа. Что самое необычное здесь, что вот все детали по кругу вышиты более крупно, а в центре более мелкий узор, более мелкий стежок, намного мельче. Конечно же, это вышивалось по схеме. Вот здесь вот, смотри, какой крупный стежок вот здесь. Это ручная работа, сразу заметно. Тем, кто действительно тоже вышивает и кто коллекционер, сразу поймет. Вот. И сейчас под лупой посмотрим. Вот сейчас здесь вот видно немножко в стежках, они тут немножко сшибаются, когда так вот очень старательно вышивают такой мелкенький стежок, мелкенькие детальки. Вот здесь вот видно немножко, они сшиблись. Но, тем не менее, эта ручная работа для них прощается. И вот здесь вот еще немножко, здесь ошибка немножко в шве. Угу. Вот. Вот это самое интересное. Здесь интересно, что донышко... Тоже вот эта же самая вышивка. Вот здесь металлические ножки, чтобы сумочку можно было ставить. И вот если она попадет в пыль или там что-нибудь не такое, она будет как раз стоять и не пачкаться. Донышко у нее не пачкается за счет вот этих вот металлических ножек. И сзади точно такой же узор. Вот что интересно. Кто-то очень... старательно вышивал, работал. Я даже представляю, это действительно большой труд. Сколько часов это было потрачено, чтобы всю такую красоту создать. Просто невероятно. У кого-то было очень много терпения вышивать. Конечно, даже если это рисунок по схеме. Вот здесь, еще раз показываю, очень мелкий стежок. Очень-очень мелкий. Нитки шерстяные. Вот. А вот здесь вот узор идет крупный. Вот только цветочки, самые цветочки сделаны очень маленьким-маленьким стежком. А вот эти вот вокруг, по периметру, по всему, нам вот раза в три крупнее, я вот смотрю. Вот, кстати, здесь вот на донышке тоже крупный этот стежок идет. Нитки шерстяные. Что вот в этом хорошего, что у них цвет практически не теряется. Много лет проходит, и оно остается довольно ярко, красиво. Оттенки розового и голубого прекрасно сохранились. Потому что, когда выцветает, старинные вещи, вот они тоже имеют способность выцветать, прежде всего исчезает красный оттенок. Прежде всего красный и за ним розовый. И самый стойкий в оттенках – это все оттенки синего. Особенно такой вот ультрамарин и вот этот оттенок, изумрудный, который между синим и морским, называется тил. Он самый стойкий. Вот здесь вот все оттенки голубого, желтый, розовый и темно-бордовый, все прекрасно сохранилось. Застежка металлическая, ручка кожаная, натуральная кожа. Вот показываем. Здесь в сумочке есть металлический зиппер, застежечка и вот старинный образец. Колечко маленькое такое, аккуратное, изящное. И он до сих пор работает, нормально работает. Хотя тут она немножко старинная, она помызгалась, но это не беда, для старинных прощается, потому что я, в принципе, не собираюсь ее носить, она будет у меня лежать в коллекции. Мне нравятся такие вот интересные вещи, которые относятся к теме моды. Я сама модельер, и вот эта вот сама эпохи, дух старины, мне лично очень нравится, потому что даже когда вещь старинная, она стоила... немало, я бы сказала, еще в те времена. И когда вот вещи, которые стоили дороже, чем обыкновенные, их берегли, и они до наших дней сохранились. И поэтому дух старины для меня прежде всего как бы запараллелен с
присутствием богатства, потому что долго хранятся те вещи, за которые было больше заплачено. Если больше заплатили, с ними больше цацкались, их берегли, и поэтому к ним было более бережное отношение. И мне вот эта сама энергетика очень нравится, потому что старина, все эти старинные вещи, у них особая энергетика, и оно как бы аккумулировало вот эту энергию восторга, восхищения, бережливости, к этой вещи относились аккуратностью, с нежностью, с заботой. И, конечно же, энергетика, вся эта структура энергетики, она, естественно, с этой сумочкой сохраняется, и она даже энергетика эту сумочку и берегет. Об энергиях я, конечно, подробно потом расскажу в моих отделах видео по эзотерике. И поэтому мне сам этот дух старины нравится тем, что оно, во-первых, вдохновляет на творчество, а во-вторых, оно еще и вот эта энергетика светлая, позитивная, она очень помогает в творчестве. Даже когда вот я бывает думаю над каким-то проектом дизайнов мод, я гляну на это, и вот эта энергетика, если вот уметь обращаться с энергетикой, она подскажет, как сделать даже дизайн, который в те годы был популярный и сейчас был популярный. То есть оно как бы огромный резервуар энергии хранится. Оно именно со старины, потому что с годами оно все больше и больше накапливается. И главное правильно уметь это использовать. Оно очень помогает творчеству. Поэтому я собираю коллекцию старинных вещей, особенно ручной работы, потому что здесь сама энергетика мастера. А это надо иметь огромное терпение и быть хорошим профессионалом, чтобы такое чудо создать. Все вот эта вот позитивность, творческая энергия, она обязательно как бы припечатывается к изделию, которое было сделано специально, более люксорное издание, подороже. Когда будет подороже, его будут больше беречь. И поэтому вот это оно мне очень нравится. Ну все, до новых встреч!